Привет, с вами Димасик и рубрика «У вас миф сломался». Я, короче, на Пикабу новость прочитал, как я перестал платить за необоснованное минутное ожидание в Яндекс.Такси. Я прикреплю где-нибудь здесь или здесь вот эту вот статью. Значит, а смысл в том, что водитель подъезжает к пассажиру, оказывается, ждет где-то за углом там несколько минут и только потом подъезжает на адрес подачи. И сейчас я покажу, что это нахрен не так. Вышли на линию, сейчас придет заказ. Вот пришел заказ, я его сейчас сканирую. Берем 600 метров, 5 минут до подачи. Вот. И что, погнали. Теперь я сломаю твой еще один миф. Если ты думаешь, что водитель абсолютно везде может нажать, что он подъехал, то смотри, я нажимаю на месте, а мне еще 500 метров ехать до пассажира. И написано, кажется, вы не доехали. Я не могу нажать на месте. А сейчас смогу. Вот, смотри, осталось 200 метров, и мне до подачи 2 минуты. Я нажимаю, что я подъехал, хотя я еще не подъехал. И смотри, мне до подачи все еще остается минута 43 секунды. Попозже расскажу. Смотри, я ровно на точке подачи, а до подачи у меня пишет еще 1 минута и 15 секунд. Ждем пассажира. Итак, я отвез девушку, 9 минут, 9 минут ровно. Вон она там идет, короче. Вот, стоимость поездки 177 рублей. А сейчас будет математика. Значит, девушка ко мне села в машину примерно через минуту после того, как я подъехал. Ну, то есть даже бесплатное ожидание не началось. А теперь давай считать. Стоимость платного ожидания в Сочи, где я сейчас нахожусь, 7 рублей в минуту. С коэффициентом 60, ну, рублей, эта стоимость составляет 11, чуть больше 11 рублей за минуту. Допустим, я захотел обмануть девушку на 22 рубля. То есть мне надо отстоять на месте, где-то спрятавшись от пассажира, 2 минуты. Должно пройти 3 минуты бесплатного ожидания и 2 минуты платного. Ну, то есть всего, если что, 5 минут. И путем несложных математических вычислений мы посчитали, что если потратить 5 минут времени для того, чтобы заработать 20 рублей, ну, чуть больше 20 рублей, ладно, то ты заработаешь в минуту 4,5 рубля. А теперь, мой дорогой друг, давай посчитаем, сколько же рублей в минуту я заработал на этом заказе, пока его вез. А теперь скажи мне, блядь, ты серьезно думаешь, что вот если везешь человека и зарабатываешь там, ну, грубо говоря, 15 рублей в минуту, то ты стал бы заниматься какой-то неведомой херотой, прятаться от пассажира, тыкать дико в телефон на месте, вот, чтобы за это время заработать меньше денег? Блять, серьезно? А может быть, блять, ты просто курица, которая вот по геопозиции она заказывала, и у нее соседний дом просто отобразился из-за того, что вот этот вот Яндекс весь дурацкий. А, да, если бы ко мне девушка вышла не сразу, то я в любом случае, занимаясь вот этой вот херотой, заработал бы меньше, потому что 11 меньше 18. Ну и да, в заключение тебе хочу сказать, я монтировал это видео почти час. То есть, если час умножить на 18... Короче, я был бы сказочно богат, если бы это время таксовал бы. Поэтому я буду очень признателен тебе за лайкосик этому видео. И буду очень рад, если ты покажешь это видео своему какому-нибудь неадекватному пассажиру, который думает, что ты его обманул. До новых встреч!